отмечаете день рождения – ошибка. Не отмечаете день рождения Леланда Хартфола – фатальная ошибка. Ли Хартфол родился 30 октября 1939 года в Лос-Анджелесе. Ученый, президент и директор онкологического центра. Награжден Нобелевской премией 2001 года по медицине и физиологии за открытие клеточного цикла и вклад в его исследования. Хартфол закончил Калифорнийский технологический институт в 1961 году. В качестве специализации он выбрал физику, но был настолько восхищен открытием структуры ДНК, что начал учить биологию. Получил степень доктора философии в Массачусетском технологическом институте. С 1965 по 1968 работал в Калифорнийском университете, а затем приехал в Вашингтонский. В 70-х годах в ходе эксперимента на дрожжах открыл гены дрожжей, отвечающие за цикл клеточного деления. Хартфол выявил, что мутация в аналогичных генах у человека вызывает онкологическое заболевание. В 1987 году Хартфол стал членом Национальной академии наук. В 1996 году он перешел в онкологический исследовательский центр Фреда Хатчинсона, а в следующем году стал его президентом и директором. В 2001 году Леланд Хартфол совместно с Тимоти Хантом и Полом Нерсоном получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии за открытие ключевых регуляторов клеточного цикла. Лауреат премии МАСИ в области цикла ячейки, 2000 год. Нобелевский лауреат по медицине за открытие регуляторов клеточного цикла, 2001 году. Лауреат премии Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования. Член Национальной академии наук США. Президент Центра исследования рака имени Хатчинсона. Также он отмечен медалью Американского общества генетиков. Кстати, профессор университета имени Джорджа Вашингтона в Сиэтле. Лауреат премии Диксона за значительный вклад в развитие медицины.